Вот у нас сегодня завтрак. Это продолжение. Было начало. Перед этим морковку натирали. То, чем занят был. Вот, а здесь это. Очень горячая. А это студень. Смотри какой. Холодец. С чешуей. Одна во время войны. Я, говорит, прокормила детей. И все, говорит, чешую это. А потом добавляла в разные там лебеда. Видишь какой. Я положил сюда молоко, даже еще маленько, вот не растаяло. Это икра карасинная. Это чашечка с своим медом была, растительное масло. Картошка, даже не чищена, мелконькая, удобная. Еще раз показать. Лук, помидоры, растительное масло, соль. И здесь мелко натертая морковь. Много работает на компьютере, очень полезно. С огурцом. Покажи там, что еще делать. Вот, а у нас здесь тоже брат Георгий сделал салат. Помидоры, огурцы, лук, соль. Молочный суп сегодня у нас. Тосточка. Как детка положил? Хлеб самодушечный. Кто? Вот он, молочный суп. Также у нас компот сварен на черноплодке. Это у нас коренда, ягода. Вчера собрали остатки, там на кусте были. Чесноку, смотри, сколько берет, сколько начистил. Свое все. Любители острова. А тут, братья, витаминов. Помидоры добавили еще, посмотри. Говорят, огурцы. Да, и яблоки. Да, яблоков нет. Игнат Тихонович, а вы скажу... Кто хлеб стряпал? Георгий. А вы с кожурой едите картошку? Да. Очень вкусно. Своя мука. Она же свежая. О, а на подоконнике это у нас какие охранники. Охранники. Они только в чашке зовут. Вот этот котенок у меня, смотри. Это парень, сыночек. Так незаметно было. А когда он вылез уже из коробки, стал ходить мимо коробки, идет, разобрались, он слепой. Я ему каждый день глаза освященной водой протирал, стал видеть, да еще как бегает. Ни одной кошки не пропустит. Мимо себя. Мышей он пропускает, а кошек не пропускает. Ну вот так вот, слава Богу, за все. Аллилуйя. А сама рыба карасина, это ведь где она у нас? Ну где? Там, на месте. Ты ее не принес? Нет еще. Я кошкам бросаю косточки, пока как едят. Пройди, покушай. Пойду принесу карасей. Я их недавно только из чашки достал. Вот сейчас у меня тут тоже опять стоит вариться. Вот она, чешуя карасина. Это будет потом. Через сито я пропускаю, вот через такое вот. Вот она, сито. Остужаю и в холодильник потом ставлю. И все, и там превращается в такую студию. То есть вот у меня караси стоят, тут остывает. Самое главное посмотреть, чтобы кошек не было, иначе не будет никаких карасей. Караси, конечно, небольшие, но братья этому радуются. Клево, чернушечка. У вас уже тут места нету. Постники. А это рыбу Володя варил, а теперь вода, которая осталась, очень полезно и вкусно. Так, теперь по рыбу. Берите по три. Это убрать надо, просто мешается. Передавай другим. Я сейчас на землю здесь буду отпускать. Кошки любят, когда им даю. Смотри, как они сразу сейчас пойдут. Черная. Ну-ка иди сюда. Ну-ка, где они у меня? Кс-кс-кс.
Михаил, черный, на. Бежит. Где она? Бежит. О. Чернушка. Бежит. С белой мордашкой. Смотри, Галина. На. Что, видать, нет? Видать. Вот она. Давай. Она не стала есть даже. Она не ест. А почему? Кто его знает? Накормил сегодня его? Я кормил, да, их. Ты смотри, чтобы не ела рыбу, это никогда не было. Первый раз вижу такое. Белый съест. Тот еще чревоугодник. Вот это да. Слово. Ну вот, что у нас здесь все есть. Голову не помираю. Вот брат Георгий привез нам тут мед. Вот такой вот свой. Со своих полей. Лесов. Лесов, полей. Век. Ну вот так вот, слава Богу, за все. Аллилуйя. Тут такая красота у нас. Господь чудно делает все.